Всем здорово, снова с вами Кассидор, дорогой братан, Литвас берем, и с вами начинаем прохождение новой сноу-пародии. И это вторая часть «Пяти ночей с Бонни» ремейк. Да, друзья, первая часть на канале, только я не понял, почему нет третьей ночи. Вот, в общем-то... Не... Так что давайте-ка начинать проходить уже вторую часть игры. Так, давайте сюда. Так, давайте-ка поставим. На переднем плане у нас виден Фокси. А также многое другое. Так, значит, я здесь. Так, давай. Ясно. То есть, ко мне идет вот эта камера и эта камера. Хорошо. Итак, что мы здесь имеем? Заброшенную пиццерию Бонни. Как понимаю, да? Так, посылка работает, это главное. Так, у нас видна батарея и, конечно же, вентилятор и носик. Так, в прошлой части «Пяти ночей с Бонни», то есть первую часть, мы проходили, мы одевали маску, а теперь мы должны выключать свет. То есть длинно нажимать. То есть если придет Бонни, выключает себе. Фредди, наверное, тоже. Фокси светит. Логично, он уже кнап 2 есть. Как это ужасно получилось, кнап 2. И это продолжение всей части. То есть франшизы. То есть все франшизы 5 ночей с Бонни. Так что до Фредди уйди. Опа, Бонни пошел. Он здесь. Ага. У нас Бонни пошел. То есть он будет ходить по этой стороне. Если увидим, надо нажимать на этот свет. Все. Привет, Бонни, как дела? Наверное, неудобно быть поломанным. Что ты, Фредди, ты заколебал. Надеюсь, нету такого, что Endless Mod такой, что аниматроники вообще не приходят, они не атакуют. В первой части такое было. Мы посмотрим, что будет со второй. Наверное, будут аниматроники двигаться быстрее. Так, ну пока нормально. 3 часа. Наверное, как будет первой части, уберут место второй, третью, а вместо на этого будет четвертая ночь. Логично. То есть первая часть мы охранник пропустил третью ночь, а во второй части, наверное, пропустит вторую и вторую ночь. А второй часть мы пропустим третью. Логично.
Так, я что-то не понимаю, где будем. А где Бонни? Где Бонни? Так, 4 часа. Нормально выживаем. Потихоньку, но выживаем. Там что? Иди. Ой. Изыди. Да, все это работает. Изыди. То есть главный герой решил пойти в эту странную пиццерию, где там заброшенная пиццерия с аниматрониками. Это как Five Nights at Kings 2, то есть заброшенная фабрика. Старые сломанные аниматроники, то есть старые виз New Candy поломанные, то есть визрает новый Candy. Вот и заколебал Shadow Freddy. Ай. Поломанные Синди там было. И, конечно же, Честер. Ну, Честер обычный был. Так, ну 5 CM. Бонни не CS, потому что я за ним наблюдаю. Во второй ночи, наверное, будет Фокс. Мне надо на него... Так, и заблюдал, что Фредди лицо. Обведи Динни из Чоли. И вообще иди бахнул 2. Пугай там охранника. Чем меня. Меня там нельзя. Я слишком... Пупенький. Да ты заколебался до Фредди. Вот будет у меня только один визит, это Шедок Фредди, потому что он будет мне мешать смотреть в камеру. Все, с XM мы выжили первую ночь. Сколько длилось? 8 минут 30. Отлично, замечательно. То есть все. Что? Визард Фредди? Визард Фокси? 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 Блин, вы чё на меня смотрите? А, я, наверное, Бонни. Я Бонни. То есть все так же, как во FNAF 2. Все, ребят, понятно. Ну чё, лод гейм. И на заднем плане стоит Бонни. Офигеть. Бонни, ты чё там стоишь? Так, Shadow Freddy пошёл отсюда. Итак, во второй ночи будет новый аниматроник. Либо будет Фредди, или Фокси. Ага, Бонни идёт. Еще иногда просвечу коридор, смотрю, нет ли Бонни. Ёх, кто не бугает? Ты чё бугаешь?
Фан. Че я иногда просечку? И да, раз это Fight Nights at Bonnie's, то почему нет на Бонни нету шляпы? Это первый и единственный. Изыди, демон. Тогда почему нет шляпы? Почему только на Фредди голове только есть шляпа? Раз это Fight Nights at Bonnie's. Где тогда Чика? Все, разработчик решил делать только так? Реаниматроника Фредди, Бонни и Фокс? Не, я еще знаю, что есть Голден Фредди. Он меня пока не отдаст. И да, в этой игре да, уже короче, это уже похвально. Ну что ж, на GameGold я поставлю лайк, а на первой части я не знаю, ну потому что третью ночь как-то... Блин, третья ночь, откуда? Почему третья ночь? Где вторая ночь? Первая часть. Иди сюда. И да, я не вижу никаких новых аниматроников. Только Бонни. И всё. То есть нигде нет, ни Фокси. Хотя он, я дам этой ночи шанс. Потому что вдруг кто-нибудь придет. Либо Фредди, либо Фокси. Но кто-то должен прийти. А кроме Бонни никто не приходит. Кроме Бонни никто. Даже никакого Фредди не вижу. Даже никакого Фредди. И даже уже 3 часа. Или такая механика, то есть... Пока не подниму планшет, Фредди не войдет. Вот. О! Я же говорил? Макроник. Попсуй. Уйди! Я знаю, что ты пират, и надо на тебя светить. Тихо. Ушел. То есть я был прав. То есть Фокси светить, Бонни выключить свет. А Фредди, наверное, тоже выключит свет. Но, по крайней мере, я не вижу и Фредди. То есть почти такая же чуть-чуть. Я не думаю. Потому что, если Фредди будет заходить в офис, когда я поднимаю планшет, то это будет плоховато, потому что я не открою уже планшет. Сколько часов? Довольно много. Конечно, вторая ночь. Должно быть что-то жесткое, более даже Фредди должен быть. Если звук вот такой, то значит Бонни ушел. Это факт. И это факт, ребят. Но зато первый раз увидели Фокси, это главное. То есть что? То есть вторая ночь не обошлась без нового аниматроника. То есть вторая ночь без аниматроников никак. Опа. Я же говорил. Изыди. 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 Пошел прочь. Уйди, Фоксян.
Ныч. Если что, я кликаю на коридор. Он должен уйти. Давай, уходи. Уйди. У меня уже батарея кончается. Изыди. Лиса. Лиса. Рыжая. И как там? Прикасты. Иди. Уйди. И ты уйди. Все. Все, скри. Все, выжил. Похвально. То есть вторая ночь без аниматроников никуда. Сейчас, наверное, будет вторая же концена. Ну, я так думаю. Да, марионетка. Фредди и Фокси стали ближе. Они красными. Что-то здесь красными. А, конечно же, у него же глаза красные. А чё ко мне они близко подошли? Марионетка, ты чё такое? Убери своих пацанов. Ты ж пацан? Да, ты пацан. Марионетка. Почему Фредди и Бонни подошли близко? Ответы на вопросы в 3-4 ночи. Ну что ж, большое спасибо всем за просмотр. Лайк, подписка и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Палец вверх. Это значит лайк. Если хочешь превратить из красной кнопки в серую кнопку, то, пожалуйста, подпишись. А если хочешь, чтобы уведомления вышли, то нажми на колокольчик. Поставь на все, и будет все мои уведомления. Если хочешь, чтобы ты меня нашел, то я оставлю ссылку в описании на мой GameJolt, а также, хотя я ничего не создаю, я просто так, а также на Discord сервер. Пожалуйста, всем за просмотр. Всем удачи, всем пока.